перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я устал от всех этих обычных бесконечных войн. Стань моей причиной, по которой я вернусь домой. Классика. Отвык я немножко от situation on the penetration, когда нужно было ждать сотку. Сразу же заваливайте. Привет. Чё Рощев угорает? Блять, Игорь опять разводит на бухаловку. Так. Все, здорово, Украине. Всем свободным государствам привет. О, короче, что я хотел рассказать. Во-первых, пара фишек по туру. Типа, то еще не все, когда хуищик, то, блядь, не все каким-то образом странно. Потому что у меня фиши стоят и в Инсте, и шапка ВКонтакте, и шапка в Твиттере. Только я без шапки. А, что, типа, идет тур. Идет в скобочках, блядь, будет осенью, долбоеб. А, короче, да. Турик идет. Вам нужно, необходимо перейти на сайт lakimintour.com. В скобочках .com, кто не знает английский. В скобочках у нас нет русифицированного сайта для того, чтобы люди, которые не знают английский совсем, у которых даже нет английской клавиатуры, туда зашли. В общем, все прогрессивные люди свободного российского общества, прекрасного будущего, могут перейти на сайт и посмотреть, есть ли их там город. Вот, взять. Почему я это базарю? Базарю, это я к Красноярску. Дело в том, что мы должны были провести концерт осенью в клубе «Эра». Сейчас приостановили продажу билетов, потому что «Эра» сдох. Ну, типа, клуба нет. Так выходит, что... Что? Сбиваете меня с мысли своими реплаями. Короче, мы сейчас просто ищем клубешник, где мы будем это проводить. Как вариант, кстати, вы можете писать на Твиттер или Мамая Буки Машин и, типа, предлагать там клубешник, потому что я за Красноярский вообще не шарю. Я там не тусил. Вот. Ну и, короче, типа, это все по турику, по мерчухе. Сейчас ребята разбираются, базу сайта достали. В общем, типа, проверяйте почту, там, тыры-пыры. Это вся байда. Так, сейчас я... Читаю, что вы там пишете. ДКБ будет концерт. Я не помню точно список городов. Кстати, Минск, ребят, мне очень сложно получить разрешение. Скорее всего, не получится. Да, в редбоксе стикеры, худосы и футболка. Так, надеюсь, телефон не ёбнется. У меня просто открыто окно, и вы можете, случайно лицо... Как я могу быть выше реплаев, блять? Как... Ростом, сука, не вышел, чтобы быть выше реплаев. Даже, блядь, реплаи в Инстаграме выше меня. На самом деле, я 178 сантиметров ростом. Это если чё. Чё когда жаком? Когда доделаем, тогда и будет. Надо это отвести, правильно сделать битос, подумать, будет ли припев между там куплетами. Работа ещё дохуя. Я не хочу вот так вот. Записал что-то там, отвёл по-быстрому. Да, блядь, нахуй. Я тут главный, а не ваши реплаи. Блять, это так ебануто выглядит. Я тут главное, не ваши реплаи. Короче, я не хочу сходу, короче, блять, релизить трек, как только его записал. Как сделаю хорошо, тогда все и будет. Курю, потому что я в трансляции, я всегда курю в трансляции. Как правило, если я не в помещении, в котором нельзя курить.
Еще один вопрос. А, вот что я хотел сказать. Москвичи, короче, я завтра иду на митинг. В 2 часа 45 минут, по-моему, у меня будет речь на сцене на Сахарова. Ну, митинг в поддержку, точнее, против блокировки Телеграма, ну, вообще за свободный интернет. Так что я надеюсь, там москвичи придут, поддержат, может, даже из Питера люди приедут, поддержат. Пашка Дуров поддержал этот митинг у себя на странице, можете проверить. Вот, меня туда записали выступать, ну, не с треками, а с речью. Бля, чувак, вот охуенную тему, бля. Я не эксперт, но если хочешь быть выше, то встань. Я, кстати, блядь, могу приценить свои домашние штанцы. О! Полосатые. Но их за реплами все равно не видно. Вон, кстати, Грюзи тоже будет, судя по всему. Ты кто? Ребят, те, кто сюда попадает из топ-эфиров, вы просто заходите, пожалуйста, на мой профиль, там все ссылки, вы узнаете, кто я. Я даже грубить не буду, я просто, ну, типа, хотите узнать, узнавайте. Насчет Казани я сейчас еще думаю. Короче, я думаю, если есть два города, которые, возможно, добавятся, пока не точно. Это Барнаул и это Казань. Вот. Решу я в течение там 2 месяцев, наверное. Не через 1.5 года, а через год. Да, конечно, будет исполнительский релиз. Это будет, ну, не просто инструментальный релиз. Если бы инструментальный, мне бы потребовалось там 1.5 года, чтобы его сделать. Дилерс бар, салют. Как в Томске буду, загляну в папчик. Челябы навряд ли будет. Вы имеете в виду, что это первый тур, мы просто проедем, посмотрим, что мы как собираем, вообще что кого, хотя, в принципе, билеты и так, ну, заебано продаются. Я очень рад, спасибо за поддержку. С фарой фит ждать стоит, блядь, если он сам там проснется и в конце концов прочитает в директе сообщение, и если ему захочется туда. А так что ждать? Кто такой 104-й? Это Юрик 104-й из Джулзов, сейчас уже Зорские, как же, Зорский брос называется у них объединение. Мы за 104-м просто бухали на Газголдере, когда была презентация книги «Касса». Ну и типа, что-то я, ну, спрашивал, что кто будет пить. Говорю, типа, будете это, белый русский. Говорю, типа, не, мне белый русский не подходит, он для таких неформалов, короче. Ну, говори, говорит, тебе подходит. Ну и все, отсюда и в треке отсылка. Как там было-то? Мне кажется, играет Дэмиан Марли где-то. В чем там была отсылка? Я строчки, блядь, уже забыл. Мне к лицу мой белый русский накатил. Водка, сливки, говнорюте, 104-й подтвердит. Салют. Ну да, вот. Трахни меня, Роман Буримов. Блять, да пожалуйста. Куда ты идешь? На какой концерт? Слушай, в тур мы по-любому будем делать мерч. Мы, во-первых, типа мерчуху замутим к турику. И я думаю, по новой коллекции вы заметили, то, что мы подходим максимально, типа, без даты к мерчу. Это уже не мерч, а просто вещи. Не, богатенья нет. Богатенья не было. Еще. Ребят, про трек с Джаком я ответил. А если будет? Все будет, я думаю, что будет 5-м. Через месяц у меня откажут легкие, если я так больше буду курить. Откуда ты делаешь этот вывод, если ты не знаешь, как давно я так курю много? Ты же бы, если это заметил, и типа в прошлом месяце бы мне сказал, то, что я сдохну через месяц, а я, как видишь, живой и даю трансляцию. Возможно, это вообще, в принципе, запись трупа. Да, блядь, опять нужно быть выше реплаев, ебаный рот.
Качество мерча вообще охуевшее. Ну, типа, прям пиздатым. Вот эти лампасы, которые сделали на красных кофтах и черных. И печатные, типа, там, без косяков, нормальное разрешение. Типа, ну, не пиксельная вышивка, а такая нормальная. Не, сейчас у меня просто хорошее настроение, я писал трек. Привет, как... Блядь! Рощу что-то написал, я все пропустил. Есть песка на BM-фест. Что думаю о предстоящем Буки Машин Фесте? Думаю, что он будет охуенным, потому что будет дохуище народу, будет охуевший звук, будет охуевший свет. Я других ребят не знаю, что они там будут делать, пока мы еще не собирались к корпоративам, и это не обсуждали. И, короче, но я знаю, что буду там делать я, и это будет пиздец. Ну, конечно, основной срок я оставлю на свой тур осенний, но там я тоже выйду нормально. Клон в виде волка зачем? Есть же ведьмак. И там пиздатый клон в виде волка. Хочешь волка, купи клон волка с ведьмаком. Сейчас я ваши реплаи читаю, я не подвис. С кем из БМ лично знаком? Со всеми, кроме Джимба и Твета. А и Мэйвейса, мы еще с ним ни разу не пересекались. А, нет, с Джимбой я знаком, кстати. Мы виделись после Олимпоса Верона. Базарили с ним на улице. Ну, это так, это, блядь, побазарил да побазарил. Парус мы будем делать аранжировку. Типа, я сейчас за месяц май закончу дела со здоровьем, летом начну на студии зависать, прописывать живые инструменты всякие. Но я ни на что не надеюсь, это все выйдет очень не скоро. В Минск, ну мы сейчас отправим третий запрос. Если в этот раз откажут, то навряд ли Минск будет. Но просто проблема в том, что Минска тогда в принципе может не быть. Оренбурга не будет в этом туре. Ребят, вот что вы спрашиваете? Зайдите на сайт. Я сказал, максимум добавится два города. Это Казань, ну нет, даже три, может, там Нижний Новгород, условно. Казань и... Что я говорю? Барнаул. Вот. Это типа три города, которые возможно добавится. На сайте все есть. Зачем меня спрашивать, какие города будут, какие нет? Вы как бы кликнули на ссылку, да посмотрели. Так, если у меня еще осталось Сиги, будет трансляция. Дальше продолжаться. Но... Да, блядь, не видно. Тишки пусты. Значит, мне нужно идти за новой пачкой, а значит, трансу я, вырубаю к ебаной матери. Все, давайте, пока.